Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию я хотел бы показать тест по контролю знаний, по знанию таблицы умножения. Данный тест в формате .exe может запускаться на любом компьютере с операционной системой Windows. В данном тесте 72 вопроса, но рандомно выдается всего 20. Давайте попробуем. Чтобы начать данный тест, нажимаем на кнопку «Начать». Вводим фамилия, имя. Иванов. Иван, например. И второй А-класс. Литер обязательно из большой буквы. Почему я написал второй класс? Потому что таблица умножения начинает изучать во втором классе. Нажимаем Окей. Закрываем. И у нас здесь 2 умноженные на 3. Это, мы все знаем, 6. 8 и 3. 24. 9 и 2. 18. Чтобы ответить на вопрос, у вас всего 30 секунд. 7 и 5. 35. 4 за 4, это у нас 16. 5 и 7, тоже 35. Обратили внимание? Вон, я неправильно уже нажал. 35. Обратили внимание, что в тесте только что недавно было 7 и 5, а сейчас 5 и 7. 8 и 4, 32. 7 и 9, 63. Может, я ошибся. Ошибку сделаю. 2 8 – 16. 2 9 – 18. 8 5 – 40. 5 3 – 15. 6 7 – 42. 8 8 – 64. 9 4 – 36. 9 5 – 45. 3 3 – 9. 7 3 – 21. 2 6 – 12. И 7 6 – 42. Я ответил на все 20 вопросов. Всего в тесте 20. Задание выполнено 20. Правильно 20. Результат 100%. Оценка 5. Данный тест выставляет еще и оценки. 2, 3, 4 и 5. От того, насколько вы ответили. То есть 19, 20 это пятерка и так далее. Данный тест очень пригодится учителям начальных классов, а также родителям. После того, как мы нажали ОК, можно посмотреть все результаты. Если у вас были ошибки, он покажет. Если понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!